Департамент экономического развития, инвестиций и торговли в телеграм-канале сообщает о том, что в Самарской области определят успешные бизнес-проекты 2023 года. Региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» состоится в декабре. Второй год подряд событие объединит представителей малого и среднего бизнеса Самарской области. В 2022 году финалистами стали 22 предпринимателя. Победители регионального этапа представили Самарскую область на финале в Москве. По итогам презентации проектов обладателями престижной премии стали сразу три предпринимателя губернии. В этом году для участников события запланирована масштабная деловая программа, мастер-классы, круглые столы. Помимо этого, предприниматели презентуют собственные проекты перед экспертным жюри. Участие в премии бесплатное, заявки принимаются до 22 ноября. В телеграм-канале администрации Самары «Вести с Дворянской» рассказывают о том, что в Самарской областной библиотеке пройдет литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского. В субботу, 14 октября, в 18:00 самарцев приглашают на премьеру спектакля «Не от мира сего», а театр-студии «Ремарка» и Самарского театра «Город». Кроме того, в рамках мероприятия гостям расскажут об отце русского театра, о связях Островского с Самарой. «Не от мира сего» – кроткая женщина, всецело отдающаяся любви, судьбе, року. Как бы она не хотела приспособиться к жизни своей семьи, ничего у нее не получается. Островский своим произведением задает вопрос, нужны ли человечеству такие люди, люди не от мира сего. Продолжительность 2 часа с одним антрактом. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в телеграм-канале напоминает, что для отдельных категорий граждан, проживающих в Самаре, предусмотрена компенсационная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Для ее оформления можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону, указанному на экране.